10 новых избирательных участков открыли в Костанайской области. Всего в регионе сегодня работает 745 выборных пунктов. На них в течение дня ожидают больше 500 000 избирателей. На одном из участков, который впервые принимает выборщиков, работает наша съемочная группа. На прямой связи со студией Наталья Строкова. Простите. Расскажите, Наталья, с чем связано открытие дополнительных избирательных пунктов? Добрый день, Гульнар. Как нам сообщили в городской избирательной комиссии, увеличение пунктов для голосования напрямую связано с приростом населения в новых микрорайонах. Например, в строящемся микрорайоне Юбилейный, где мы сейчас находимся, за последние 4 года поселились 15 тысяч человек. Поэтому в этом году здесь открыты еще 2 избирательных участка. Они расположены в этой новой школе. На этом 864-м участке более 1500 избирателей. Самый первый здесь появился в 7 часов утра. Это был представитель молодого поколения. О том, как работает участок и какие наблюдатели здесь присутствуют, мы попросили рассказать председателя участковой избирательной комиссии Эймгуль Балтабаеву. На нашем участке были представители партии, и в данный момент присутствуют представители 2 партий. Пришли и побывали у нас представители международных наблюдателей ОБСЕ. Никаких замечаний по нашему участку не было высказано. На улице у нас есть представители ЭКЗПО, они работают с 8 утра. Они здесь, до сих пор они здесь у нас функционируют, работают. Добавлю, что сегодня в регионе всего работают 745 избирательных участков. На них ожидают более 500 000 выборщиков. На этом участке мы сейчас наблюдаем достаточную активность. Люди сюда идут дружным потоком, приходят с детьми, семьями, целыми поколениями. Для тех, кто сегодня отмечает день рождения и впервые принимает участие в голосовании, здесь приготовили памятные подарки. На этом у меня все. Гульнар. Благодарю. Наталья Строкова из Костаная была с нами на связи.